Здравствуйте, друзья, подписчики канала. Я, как видите, в спортивной форме, потому что я сейчас занимался, записывал ролик на YouTube вот с этой 16-килограммовой гирей со стулом обычным. Ну, маленький ролик. Хотел вас всех поздравить с наступающим 2023 годом. Всем здоровья и благополучия. Хотел бы поздравить всех сотрудников теплостей, где я непосредственно работаю, а также службу ремонта. Привет, вы меня смотрите, я знаю. Иногда встречаемся на адресах. Меня, кстати, смотрит Москва, Санкт-Петербург, Псков, Казань. А также смотрит меня Казахстан, Латвия, Украина, Таджикистан, Узбекистан. Насчет Новгородской области меня смотрит мой родной дядя Александр, спасибо тебе. А также Геннадий Климанов, это местный блогер из города Барачи, привет тебе. И всем тем, кто меня смотрит, пожелаю здоровья, благополучия, чистое мирное небо над головой, что непосредственно важно в наше время. Чтобы всех обошли несгоды. В Новый год вхожу на позитиве. Буду заниматься спортом, потому что монтаж роликов всех завершен. У меня немного веса прибавилось, поэтому я занимаюсь. Вот сейчас непосредственно могу сидеть, заниматься гирей 16-килограммовой. 24-килограммовой у меня гиря в деревне. Поэтому приходится заниматься 16. Ей намного проще и легче. Также занимаюсь отжиманиями от пола. Не буду говорить сколько, но все мои отжимания. Так что увидимся в следующем году. Я YouTube канал не забрасываю. Буду выпускать ролики. У меня по-прежнему сейчас пойдут ролики из Псковской области, из деревни осенние. Также Кавказ будет. Несколько серий. Маленькие короткие ролики шортс. А также будут ролики нового формата, я их запишу летом. Мистические истории от кузнеца. Со мной с малых лет происходило много мистических историй, о которых я вам хочу поведать и рассказать. Мое рабочее место, вот консультант по вопросам всем. Лежит. Филя, скажи мяу. Не хочет говорить мяу. Был удивлен, что меня многие смотрят из Казахстана. Ну, Таджикистан, это понятное дело. Много знакомых, друзей, которые непосредственно со мной работали в кузнице. Сейчас буду непосредственно вот этот ролик новогодний монтировать вот за этим рабочим столом. У меня здесь монитор, два системника, из которых только один работает. Ноутбук, через который я запускаю видео на YouTube. Древний ноутбук, который мне отдал Сергей с работы. Спасибо тебе, потому что хороший ноутбук мне не купить. Он 80 тысяч стоит. У меня бывает, как говорится, на обычные нужды не хватает денег. Потому что в последнее время я перестал халтурить. В связи с тем, что много случаев кидания просто на деньги. Работаешь, работаешь, а потом деньги не получить. Да, кстати, сниму я наушники. В следующем году планирую тоже пойти куда-нибудь в поход, но уже не в горы. Ренат, тебе привет, если будешь смотреть. Кавказу привет. Городу прохладно, меня там тоже смотрят. А новогодняя ночь у меня будет с 31 на 1 дома, а утром я заступлю на работу на сутки. Псковская тоже запланировано строительство по-прежнему. Запланировал очень много всего, но как будут финансы.
Переезжать пока не собираюсь. Семья у меня туда точно не поедет. Жена, вот я ее спрашивал, она ей это не надо. Она поменяла свое мнение. Но если какая-нибудь будет заварушка глобальная, она точно поедет. Потому что в городе стало очень тяжело жить. Все деньги, которые зарабатываются, они идут, можно сказать, на унитаз. Да, кстати, особый привет Татьяне, Александру из Псковской. Это мои зрители канала. Я их никогда не показывал. Они только видны в одном ролике, когда я собираюсь у костра и мы варим шурпу. Есть ролик, где я рекламирую продажу дома у соседа Сергея. Дом вроде как хотят купить в январе. Но это еще сарафанное радио. В моей деревне, где я снимаю ролики, есть много домов, которые продаются. Кому интересно, пишите в личку. Моя почта находится в разделе на канале, в верхней строчке, где написано о канале. Нажимаете и увидите мою почту. Кому интересно, пишите, отвечу по возможности. Велосезон я закончил. В этом году я проехал всего лишь 2000 километров. Прошлый год я проехал на велосипеде 4000 километров. То, что у меня много было поездок на транспорте, я шабашил на больших расстояниях от Петербурга, поэтому передвигался на транспорте, на электричках, на маршрутках, на машине. И поэтому пробег на велосипеде минимальный. Я уже, наверное, пару кругов вокруг планеты Земля проехал. Расстояния очень большие за те года, сколько я сижу на велосипеде. Так что занимайтесь спортом, не ленитесь, иначе будет прибавка к весу. Движение – это жизнь. Скажу то, что спасибо, что меня смотрите. По статистике меня смотрят 60% мужчины и 36% женщины. Возраст – это 25-65 и выше. Большинство, я знаю, что смотрят меня семьями. Это тоже радует. Много пожеланий снимать больше бытовуху. Это в деревне, где я в доме сижу, о чем-то разговариваю. Побольше снимать природы. Но у меня мало времени, когда бываю в Псковской, снимать природу. Хочется съездить на мотоцикле с палаткой, где-нибудь встать на озере, вот это поснимать. Да и просто покататься по местным деревням, по заброшкам. Вот это поснимать. Надо совмещать все. То есть надо и заниматься строительством, а также первостепенно это мне надо заняться, выкопать колодец. В чем мне Александр поможет, он мне сказал. То есть я буду вкапывать кольца, потому что на скважину мне 160 тысяч не заработать. Сейчас реально с деньгами у всех проблемы. Да, многие, кто работает в строительных фирмах, говорят, что задержки начались. То есть выплаты задерживают деньги. Пока, слава богу, у меня на моей работе стабильно платят небольшие деньги, но на то, чтобы просто на еду и на какой-то минимум хватает. Может быть, в следующем году начну также заниматься шабашками. И будет хоть какая-то деньга на строительство. Мотоциклом надо заняться. У меня много запчастей куплено, новых надо поставить, установить. Что именно буду менять, увидите в роликах. Я буду снимать. Роликов много выйдет у меня из серии строительства. У Владимира на даче в Ленинградской области я много роликов заснял. Там будет строительство каркасника и укладка тротуарной плитки. И много что еще. Что хотите посмотреть, пишите в личку. Но многие комментарии не пишут, потому что не подписаны. Написать комментарий только имеет право тот, кто подписан. 3,8% подписчиков, а остальные 96% это зрители меня смотрят без подписки. Сейчас на канале 1240 подписчиков.
мой знакомый блогер с Москвы, продуманный пингвин, Сергей, привет тебе. И поднял я статистику за все это время, а мой канал существует с 2018 года. У меня просмотрено роликов 2 772 тысячи. Это очень существенно. И по общему количеству просмотров 15 тысяч часов за это все время. В 2023 году мой канал будет праздновать 5-летие. Канал создан для моего творчества. Я показываю, чем я занимаюсь в своей жизни, как я занимаюсь спортом по возможности. Спорт – это велосипед, гиря и также путешествия по горам Кавказа. На этом я заканчиваю это видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Увидимся в 2023 году.